Всем привет, ребят! Это вторая часть кооперативного выживания в новой Sons of the Forest с моим коллегой по цеху Эдо. Sons of the Forest — это продолжение оригинальной игры, где нам также предстоит выживать, крафтить различные приспособления и оружие, строить дома, а также разгадать тайну нового острова. В первой части мы привели в чувство нашего компаньона Кевина, познакомились с местной флорой и фауной, развели первый костер, приготовили на нем пойманную добычу, а также смастерили палатку и переночевали в пещере. Ну а что было дальше, вы увидите прямо сейчас. Если ролик вам понравится, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, а также на канал Эдо, чтобы не пропустить новые выпуски. Этим вы нас очень сильно поддержите. И поверьте, дальше будет еще интереснее. Все ссылки вы найдете в описании под роликом. Желаем вам приятного просмотра. Так, мы видим вон ту животину. Я бы думаю, нам ее стоит подразбить немножко. У меня вот есть лук. Я попробую влупить в нее. Но мне кажется, кстати, о луке, да. Мне нужно тоже зачехлить его. Вот, ой, расчехлить, я... точнее. И зачехли, и расчехли, и все делаю. Там птичка висит. Или что это? Не понял. А, это какая-то мошка. Так, ладно. Я открываю. Так, вот. Стрел-то нету, ё-моё. Стрел-то у меня нету. Кстати, проволоку возьми вот здесь. Полезная вещь. Да, взял. О! А, это Кевин, блядь. Кевин, чё пугаешь так? Он фига там бежит на спринте откуда-то издалека. Кевин, блядь. Так, водка. И что-то... Бухло. О, трос, трос. Бухлишка, это хорошо. Где трос, где трос? А вот в этом ящике, был. Вот здесь. Водка и трос. А, ну значит, я тоже слутал. А, так, давай. Короче, если что, сюда вернемся, но пока что... Пока что жаль, что карту побольше нельзя открыть. Я предлагаю пробежаться вот куда-нибудь в ту сторону. Вот туда. Побежим туда, там из точки интереса пересечем реку. Найдем что-то интересное. Кстати, у нас есть оленья шкура. Мы можем, я так понимаю, какие-то доспехи скрафтить или что-нибудь еще. Опачки. Что мы вообще можем? Так, кстати, я могу молик сделать. Да. Ремонтный инструмент и молик. Ремонтный инструмент, я так понял, это молоток. Ну да, я вот молоток, кстати, тоже сделал. Так, давай тогда с тобой... О, блядь. Олень меня напугал. Прям в лицо выпрыгнул. Так, давай сходим куда-нибудь. Я не знаю, остров нам еще предстоит исследовать. О, смотри, тут вот есть выход на какую-то опушку. А так, сейчас я молоточек скрутил. Давай. Поставлю его на четверочку. Вот смотри, я думаю, что, в принципе, довольно-таки достойный вариант. Можно пить прямо вот здесь вот. Да, здесь можно пить, значит, прям-таки, в принципе, достойный вариант будет... Да, у реки. Тут, да, на побережье. Но учитывая, что они, скорее всего, могут подходить к нам и разъябывать ее. Как в первой части, они будут нас рашить, атаковать, а в лесу, наверное, не очень хорошо, потому что эти гады прыгают по деревьям, на самом деле. Наверное, кстати, это не такая хорошая, да, идея, потому что они прям с деревьев там могут и стрелять, и атаковать по-всякому. Поэтому давай мы все-таки прогуляемся куда-нибудь туда. Посмотрим, что там есть. Птицы, ну, летают. Не, ну, на открытой местности тоже, мне кажется, не варик, или что? Ну, по крайней мере, нас не зарашат с этого, с деревьев, я не знаю. Мне кажется, стрёмно, потому что они смогут к нам спокойно залезть на базу, если мы построим там забор, еще что-то, потому что, ну, как бы деревья. Деревья для них типа как родной дом. Поэтому, насколько я помню, самая лучшая идея это строиться. Кстати, мы отсюда уходим, я попью воды, потому что потом может и не быть возможность хряпнуть. Да, я тоже сделаю так. Так, что-то у меня пропало. Все, выпил. Как-то оно криво работает. У меня что-то нет, а во, е. Я сейчас хряпну водички, да. У меня почему-то силы на нуле. Красная полоса. Так, ладно, я думаю, нам стоит сходить куда-нибудь для начала. Ну, пойдем вот сюда. Пойдем сначала к побережью зайдем, посмотрим. Ну, опять же, да, нам что предстоит? Нам предстоит им самим все это исследовать. Угу. Кроме как вот так вот бегать, искать, у нас варианта нету. Будем бегать, искать какое-то подходящее место. Но 100% строить мы будем в, скажем так, какой-то дистанции от деревьев. А, кстати говоря, во. Смотри-ка, я кары какие-то, гольф-кары нашел заброшенные. Так, а где это? Один, по крайней мере. Так, а ну... Два. В нем есть что интересное? Похоже, что нет. Я так понимаю, он оброс. Оброс? Полностью. Так, а ну-ка, а ну-ка. А, ну да. Оба-на, нахуй. Ой, а тут обрыв. Как они здесь оказались? Опачки, смотри, сюда лучше не падать. Но ущелье. Ночью побежишь такой туда, ебых, и все, как бы, габелла. Смотри, что я нашел. Ты иди сюда, посмотри за мной. Ты вот сейчас через 5 секунд выйдешь вот на эту опушку, и она тебе понравится.
Ух ты, слушай, о, здесь можно что-нибудь построить. Вот, вот здесь, вот, вот, вот три братские могилы, кстати, зацени. Прямо здесь можно домик прям потом построить. Так, да, я говорю, забор хорошо войдет. Так, кресты какие-то. Ну, я кресты. Вот предлагаю, кстати, шикарное место, зацени. Вот здесь прям вот на этой опушке, она такая ровная. Вот здесь прям можно строиться. Слушай, здесь, а кого тут хоронить-то, типа, я не пойму. Нас будем хоронить. Нас будем хоронить. Да. Так, ну ладно, думаю, тогда стоит для начала срубить дерево и взять бревно. Ой, там умба-юмба бегает какая-то. Ты хочешь прям начать с большого, да, здания? Ну, сразу дом, да, а что мелочиться? Нам нужно сразу оборону. Давай тогда посмотрим вообще, что мы будем строить. Так, давай для начала, да, заглянем в путеводитель. Ой, к нам атакуют! Нихера, нихера. На дерево, на дерево. Во-во-во. Нифига себе. Вот эти падлы будут нас потом рейдить жестко. Он кидается у нас говном. Кидается еще? Да, камнями. Ёлы-палы. Вот так что? Они еще и быстрые. Ладно, давай отойдем на полянку. Они засут. Они лохи, они засут к нам выходить. Ну давай, давай. Так. И посмотрим. Да, дом. Переключить режим. Базовый пол. О, погоди, пол. Стена. А, так дом ты, по сути, сам формируешь пол стена. Так, погоди, пол. Просто бревна нужны. Так, ну да, по сути... Я подходит, как... подходит, подходит. Отошел, отошел. Отошел, ну нахрен. Так, он вообще угорается, все происходящее. Типа вы, сразу, вы? Ну да, типа сразу пол, ничего не надо, никакой а, фундамент. Атакуют, атакуют. Ой, иду, иду. Помогай, дефай, дефай. Он меня отхуярил. Меня можно поднять. Господа, нет, я жив, я убил амазонку эту. Охалеть, у меня хп нет. А вот я... Кевину херово. Я нашел сумку из шкуры. Поднимаю Кевина. Там еще подходит, еще атакуют. Так, ладно, я буду танчить. Я его нормально ебашим, ебашим. Так, у меня мало хп. Да нахрен. Во-во, вот про это я и говорю. Они... А давай-ка его закопаем. Давай, попробуем. Так, я для начала приму таблетки. Я одет, я забыл. Мне нужно. А, так, чтобы закопать, нужна лопата. Логично. Что, тут реально закопать можно? Офигеть! Так, ладно, для начала нам нужна какая-то крепость, где мы будем как за деревянной стеной. Ну, я так понял, пол, прям, в смысле, прям на земле сразу пол строит. Смотри, ты, короче, рубишь дерево, вот так вот. Оба! Потом его валишь, а потом из него делаешь бревна. Если система это, не поменялась, это да, это по-любому так. Если, так, надо обойти немножко, а то вот так вот. Оп. В какую сторону рубишь, в такую сторону упадет. Угу. Оба. Оба. Так, смотри, а тут бревна. Где? Погоди. А вот, бревно, да. И вон оно в руке, когда у тебя уже сразу показывает, да, что построить. Ты можешь по два бревна таскать. Потом сделаем хранилище. Ну да. Так, а у меня ничего не показывает. Тележку и так далее. У меня ничего не показывает, кстати. А как их сбросить? По а два, да, можно. А, да, только по два. Мне, кстати, почему-то не сбросить. Так, берем дерево. Как не сбросить? Я не знаю. О, погоди. Стоять. Так, подожди. Стоять, дерево. Сбрасывается на П. На П русскую сбрасывать. Так, а что это такое мы строим? Погоди. Меняем. Не, вертикально, а во, горизонтально. А, короче, свободное строительство. Ну-ка, подожди. Только тут, оно... а, тут да. Прямо же, видишь, показывает пунктирная линия. Да, да, да. Так, вставляем, крутим. Вот, так, да. Допустим, это как вот. В Вальхейме, слушай, а? Похоже очень. Ну, похоже, да. Так, погоди. А что мне это не взять бревно? А, ты их вот так вот... А это ты просто поставил, поэтому не взять. Там прям показывается... Стрелочки. Направление. Да, да, да. Так, ну-ка, погоди. Сейчас проверим. Надо заложить тогда по всему периметру. Погоди, это что-то не то. Как базовый пол сделать? Стоять, нахуй. А как их убрать теперь отсюда? Чтобы убрать фундамент, должны видеть С, во. Угу. Так, погоди, не, не то. Это вертикально. Ну, рядом к нему, как смотри, вот подходишь вот к этой к концу, к одному, и показывает он вариант либо вверх поставить, либо ее продолжить. Да, но я хочу базовый пол сделать, понимаешь? Я не так. Хочу, я хочу пол сделать. А, так погоди, вот. Ёптудей, погоди, ложим на нее наверх и рубим. Не? Зачем? Не. Нам нужна, не?
Ну вот смотри, вот я раз, подожди. Не, их видишь, просто не продолжить вниз. Вот в чем дело. Смотрим. А, все, я вдуплил. Так, я же продолжаю сейчас. Ну-ка, ну-ка, скинь мне все бревна, скинь мне бревна. Сейчас я покажу, как это сделать. Я только что это понял. Так, смотри, вот так вот. Поскидывай ко мне их. Смотри, вот так вот. Скидывай эти тоже на С. О, блядь. Блядь, сорян. Во, а теперь можно их внутрь напихивать. Скинь эти тоже, нажми, зажми их С. Скинь их на меня. Только не в меня, пожалуйста. И внутрь. Ну ты в мою постройку, я так понимаю, не сможешь запихнуть. Скинь мне. Так показываешь же что-то, почему не смогу? А, ну попробуй. Не, вот так не, решил? Вертикально. Не, вертикально. Подбери. И скинь просто на землю, я подберу. Так, на, погоди, вложим, а потом... Так, ну-ка. А чё книжка на быстром доступе, чтобы открывать? Она у меня на Б стоит. Во, смотри, во! Смотри, смотри, Виталий. А как ты располовинил? А просто на подходишь, нажимаешь ЛКМ, во. Так, так, пойдем дрова рубить. Ты, короче, подходишь, нажимаешь ЛКМ. Опа, птица, стой, 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 стой. Базара, базара нет, все, я сделал. Стоп. Оп, птичка. Стоп. Слушай, достаточно птичка. Удобно. Блэд, не смог попасть. Это достаточно продумано и интересно. Но, мне кажется, немножко дрочновато. Со временем заебать может, если что-то масштабное строит. Слушай, ну это но... уже прогресс, в отличие от первой части. Ну там, кстати, оно было неплохо реализовано, кстати, в первой части. Оно более просто было там. Так. Типа просто выбираешь постройку и потом на нее носишь. Ну да. Так, ну что получается, продолжаем фундамент основной, да? Да, делай, да. Давай 3 на 3, наверное, я не знаю. Смотри, давай я буду подтаскивать бревна, ты можешь крафтить. Потом поменяемся, когда ты устанешь. Ну давай. Я, кстати, хавать уже скоро. Ну помню. Просто мы сейчас возле крестов стоим рядышком. И мы куда-то не туда завернули, по-моему, не? Я думал, кресты будут у нас с задней стороны дома, скажем так. Ну типа мы... Ну давай, ладно. Так, у меня хавать захотел. Так, а ну-ка, захаваю. Главное, чтобы дерево пока на меня. Я вот тоже время нашел хавать. Сейчас дерево мне на бошку упадет. Кстати, дерево уже прибить может. А ты Вальхейм, кстати, рубал, да? Да, я играл. Я там, блядь... О, я тоже. Кстати, а как скинуть? Что-то я не понял. На П. Ой, на G английскую. На G? G английскую, G. Так, я тебе дрова скинул. А, ну да. Ну, тоже возьми там их, да. Я буду рубить, ты иди строить. У тебя там 4 дрова. Ну, надо определиться мне, в какую сторону-то. Так, смотри, вот веди как бы туда 3. И вниз. Вот крестов тоже 3. Ну, 3 на 3 пока сделаем. Он показывает пальцем на что-то. О, абориген блять, подошел. Что он не... С каким-то. Мне иди ко мне, иди ко мне. У меня есть лук. Он на дерево забрался. Пошалеть. О, слушай, а сюда не влазит, потому что это... Потому что что? Потому что бревно большое, длинное, что ли, не пойму. Сейчас посмотрим. Ну нахрен. Ладно, давай вот так сейчас. Слушай, а Кевин красава, он показывает. Как бы, что там есть, какой-то чувачок. Так, ну вот, 3 на 3, уже прогресс. У нас как-то неровно, подожди. Бля. Ну давай вот отсюда, ага, вот так. Вот так вот дальше пойдем. Вот или ты хочешь... Поставить. А, ты хочешь вот еще продолжить, да? Так, а что он? А, он здесь боты, я вот... А потому что, видишь, он в текстуру как будто зашел. Вот я... Мне это не нравится. Какая-то ерунда, видишь? Он не хочет здесь продолжать. Видишь, завалены как будто бы. Я вот думаю, может быть, мы вот сюда продолжим? А, ну да, давай туда тогда. Чё? А, нет, видишь, тоже не дает здесь. Надо разбирать, походу. Погоди, ну два дает сделать. Вот сюда. Так. Так. Сейчас я вот так сделаю. Слушай, ну вот дал вроде. Вот третий фундамент, смотри, наш. Оп. Надо вот этот убрать. Вот, вот, вот так вот. Вот так я разобрал сейчас. Сделал так. Вот, смотри. Слушай, здесь тоже не дает продолжить. Что за фигня? Погоди, а ты тут-то зря разобрал. Вот, погоди, сейчас, стоп. Вот этот же тут стоял. Он же вроде нормальный. Так, а мы от него не можем пойти в сторону обрыва.
А вот же идем, нет? Смотри, я кинул. Так, это ты отсюда идешь, а вот отсюда. Вот с этого конца ты не сможешь пойти. Сейчас проверю. Ой, вот. Блять, идет что ли? Чё за фигня? Не знаю, идет. Я поэтому и предложил тебя отсюда. Ну, короче, вот 3 на 3, да, сделаем. Кстати, он даже, видишь, вот смотри, учитывая текстуру, он заваливается даже вниз, посмотри. Вот здесь вот, если посмотреть. Да, я вижу, то, что неровности. Да, то есть как-то оно работает. Я не знаю, здесь вообще есть какая-то, может, функция терраформирования? То есть я, может, смогу даже этот? Возможно, кстати, возможно. Перекопать, но здесь вроде довольно-таки ровная площадка. Ну ладно, все посмотрим. Вот. Вот. Во, давай, я пойму. Тихо-тихо, рядом кто-то. Нет. Это разве птица такая орёт? Кто-то крикнул, как будто бы. Ладно, погнали дальше. Надо, да, достраивать наше логово. А потом уже, да, особо бояться не будет. Насколько я знаю, они могут и разъебать. О, нет, это эти. Это аборигены. Орут. Зазывают. В лесу. Они к нам кого-то зовут своих, блядь. Так, блин, оно в их сторону падает. Ёшки, тут. Мне стрёмно туда бежать. Сейчас я вашу. Завалю одну. Так, отхожу. Стивен. Отлетай. А, нет, немножко правее получилось. Ну вот здесь я что-то не могу продолжить. Так, а ну-ка. По низу почему-то здесь не могу продолжить. Так, погоди, вот эти доски надо подобрать. Они неправильно. А, подобрали. Может потому что доски сверху, поэтому не могу продолжить. Да, а, да. Потому что доски сверху. У меня одна доска провалилась под землю, лол. Так, когда доски сверху, ты не можешь. Все, теперь я понял, теперь я понял. Так, ну лучше этот лабели направлять в одном направлении, кстати говоря. Короче, как я понял, строить можно абсолютно в любом направлении. Главное, чтобы не лежали лишние доски. Так, все, гуд. Да, совершенно верно. И самое главное, чтобы нам хватило хавчика, потому что мы можем тут-то окочуриться. Ну, у меня мяса до хера, у меня мяса много. Ну, не знаю, как у тебя, я могу объем. Поделиться, да. Если что, я тебя объем немножко, да. У меня и ягоды, я по пути ягоды собирал. Кстати говоря, блин, нам, по сути, можно перебрать вообще капитальную систему. Погоди, нам даже квадраты не нужно делать. Так, давай просто накидываем. Опа, где птица? Стоять! Оба, нахрен. Опа, перья. Можно еще раз съебать по птице. У меня нет перьев. Выдарь по птице. А, надо каждому. Все, я теперь понял, разобрался. Все, раз ударил и все. Да. Так, погоди, ну-ка, сейчас я хочу проверить. Возможно, нам и с досками придется пересобрать. А зачем? Или нет? А мы же все нормально делаем. Не, просто зачем нам, грубо говоря, смотри. Сейчас я покажу, объясню мою мысль. Зачем нам вот эти вот поперек ложить, бревна, да? Ой, сейчас. Вот. Так, а... зачем? Ага. Если мы можем просто в одном направлении выкладывать доски, вот просто. То есть нам не нужно именно решетку делать. И так они же должны на что-то опираться. Среднюю палку-то. Не, так они же будут, смотри, сейчас покажу. То есть тебе только сначала из края нужно. Ты думаешь, они друг на друге будут держаться просто? На бревнах они будут лежать, да, смотри, ну-ка. Так. Ну давай. А, не, он не хочет. То есть фундамент работает только как они. Ложит, погоди, ложит. Во. То есть и вот так вот и выкладывать их, да. Оп. Во. То есть зачем нам лишние бревна тратить? Мы можем вначале, в конце сделать, да, как бы. Но средняя часть, то есть мы просто как этот, рельсы, шпалы устроим сюда. Бам. Вот здесь только нужно будет переделать. Так, ладно, я переделаю сейчас тогда. Ну давай. Ты можешь подтаскивать пока бревна. Может мне лучше зачать? Да, я пойду подтаскивать. Надо чем-то, да, просто распределить обязанности. Да. Это только мы только на фундаменте возимся. Уже сколько времени, неизвестно, но мы справимся. Рано или поздно, по крайней мере, точно. Нужно, чтобы это. Просто у каждого своя идея. Надо просто распределить обязанности.
в идеале потом, когда мы с этой всей говной разберемся, мы можем вообще по две базы сделать, в принципе. Но пока что это немножко опасно. Пока что надо держаться вместе. Да, да, потом согласен. Можем две базы налупить. Хотя бы одну пока наебашь. Блять, как он шустро-то махает топором. Да. Устрило так. Раз, два. Так, вот. О, обезьяна. Ко мне обезьяна бежит. Помогать? Да нет, она все убежала. А, тут двое, две их, их две здесь. Вот, тогда. Ну, они шуганулись. Так, я хватаю бревна и побежал. Давай. Я там, кстати, еще нарубил. У меня осталось три бревна еще, надо бы их забрать. Потом. Ой, я напал на меня. Оп. Так, иду. Оба. Ой, я ему голову попал. Ой, с одного удара. Лучший в мире. Лучший в мире. А шалеть. А чё они такие-то? Борзые, блин. Слышишь, тут есть усиленный удар, оказывается. Да? С зажатым ЛКМ. Это побегу за глазами, бля. Иду к тебе. У меня, кстати, твое ХП не отображается. Просто. Да, у меня тоже. О, он как он живет, я не пойму. Да, нахрен. О, все, убил. То одному по голове попал, то этот месим полчаса одного. Тут как попадет. Еще бежит. Блэд. Дай ему бревном кину, погоди. Но! Лови бой. Реально, можешь же кидаться, подожди. Да, камнями всякими. Ну когда я... А, все, ты зарубил. Добивай, он кривляется. Камнем. На нахуй. Погоди, сейчас мы устроим тут ему. На, сука, это че, бля? Охуел, бля. Погоди. Да, походу урона так себе проходит. Да погоди, нормально, сейчас мы кинем все камни, смотри. Смотри. Давай камнями, ну. Блять. Все готов. Ладно. Пойдет. Так, стоп. Почему-то мне вот здесь не хочет доложить бревно. Пишет, что нельзя. Вопрос почему? Так, ладно. Будем думать. Возможно, потому что у меня здесь лежат вот эти вот штуки. Так, ладно. Раз. Два. Бревно. Взял, не взял. Повесил бревно. Во. Давай пробовать. А, во, теперь можно. Да, потому что там лежала эта залупа. Раз. Так, вот тебе о. Еще. О, кстати, когда ложишь... о, там дядька, смотри, нас чисто сидит, снимает, фотографирует. Вон сзади, смотри, чисто сидит на картах, чилит. Ага, вижу. Что-то махает там. Ну-ка, иди походу сюда. Походу мы, знаешь, отчасти, немножко, совсем на их территории где-то. Ну так. А мне кажется, просто игра дает о себе знать сама. Чисто и хихи нам устраивает, да? Слушай, ну тут наверняка рыбу еще можно ловить. Да, я думаю, это вообще меньше на что можем рассчитывать с тобой. Давай Кевину дадим задание, дать вот ему поебал. Пойдем, это босс. Давай завалим его. Кого? Как усиленно, да, или может как-то, будет. Подожди, может быть как-то мирно давай, можно решить вопрос? Да, хуй он. Нет, не получилось. Он дефается. А, он контратакует, блядь. Он жив все. Рубаем нахуй. О, рука. Давай, возьмем руку. Просто есть вероятность, ну, может нет, быть, как-то подружиться нет. Можно с ними. Да, кошелек. Да. Думаешь, это нифига, да? Думаешь, все враждебны? Я думаю, да, это как бы, ну... Ой, еще Биба бегает. Так, ладно, я за бревнами. Их уже нету. Надо набрать бревнищицких. Во! Может, как-то силу можно вкачать, я чтобы по три таскать? Не знаю. А, тут нет прокачки, точно. Слушай, надо тела, мне кажется, с собой взять, потому что еда как-никак как какая-то. Ну да, рано или поздно, как бы, голод даст о себе знать. Так, ладно, я пойду тут... Оба! Я сейчас в одну кучку сложу их. Тут самое, кстати, самое интересное то, что есть система вайкапа. То есть, если нас с тебя нокнули, я могу подняться. Но пока что нам негде, скажем так, реситься. Реснишься, я так понимаю, ты только в том месте, где ты последний раз засейвил. Да, да, по-любому. Еще бежит. А, это Кевин, ёптать, я испугался. Я по той же самой технологии как-то обосрался. Так, раз. Два. Слушай, ну нормально такой дом получается, на самом деле, уважаемый. Так, я тоже иду за деревьями. Чё, с полом все?
Не, еще чуть-чуть надо. 15.48. Это надо доделать до ночи. Нормально, нормально. Пол, потом стены. Вся, да. Вся фигня. Да, там и засейвимся. Может, успеем, кстати. Мы вроде как разобрались, как оно все работает. Наверное, даже и справимся. Короче, куда ты смотришь, дерево летит в противоположную сторону от тебя, как я понял. Работает оно примерно так. Эй, алло, так. Ты что сделал? Дурачок. Да он это, что вместо того, чтобы располовинить, просто бросил. А? Я немножко... Ой, еще ой, обезьянка. Ой, атакуют! Это рофли так делает. Он меня еще и ударил. Либо. Да ебать, да. О, кошелек. Сюда его. Короче, они какие-то это, охуевшие. Бля, ладно, надо быстрее строиться. Что-то мне уже не нравится. Как хилиться-то мясом просто потом? Ну их будем жарить, да. Ягодами, мясом, всей фигней. Просто видишь, так. Еда, она помаленьку восстанавливает. Ну, а мы можем дать задание Кевину какое-нибудь другое? Иди за мной, возьми предмет. Посмотри. Сделай перерыв, стой, построй костер, возьми палки, возьми предмет. Вы его знаете. Возьми предмет. Да. О, можешь взять мой предмет, потаскать, нихуя. Не, бегай пока. Смотри, хватит такого или еще будем продолжать? Я думаю как. Я просто сейчас за досками бегаю. Для начала, если что, можно потом дальше продолжить. Для начала вот столько. Да, потом еще расширим. Я пока просто доски таскаю. Ну, бревна. Я вот сюда их таскиваю в кучу. Во. Сейчас на эти. О, за мной бежит макака сам. Блять. Сюда вот. Иди. Я даже и сюда. Цып-цып-цып-цып. У меня даже стамина кончилась. У меня да, все, грустный, тоже у меня стамина. У меня что-то сил нету. Так, ладно, я рублю дерево. Надеюсь, нас не грохнут в первую же. Или во вторую ночь. 3, 4. О, птичка. Блять, куда она делась? Обезьянка подходит. Так, ты помнишь уже? А, не, нормально. Все, готов. Походу, кто-то ко мне подкрадывается сзади. Кто-то меня нюхает там сзади. Что-то дерево рублю, оно не рубится все, блядь. Блин, птичка. Охереть, огромное дерево отрубил. Кстати, да, в этой игре явно проще делать все это дело вдвоем, потому что в одиночку, боюсь, это все как бы... Блин, птичка, не могу попасть по ней. Синичка. Давай, бревна, птичка. Нам жить негде. Уже ночь скоро. Слушай, смотри, но... Делаем вот так? Нихуя. Ну, да. Давай делаем так. Опа, птичка. Опа, птичка. 4 вертикальных поставил. Давай. Пока зарубишь, что... скажи. Да. Пока что одноэтажный, думаю, сделаем. А дальше разберемся. Блин, ну система крафта интересная. Удобно, да, прикольно. Давай нарубим деревья побольше, да притащим их. Все, уже вечереет, слушай. Да, я и говорю, нам, блин, не хотелось бы тут ночью оказаться. Кстати, здесь, насколько я помню, есть еще всякие, типа, этот, пугающие для них тотемы. То есть мы берем их бошки, руки, собираем всякого рода тотемы. Типа которые... отпугивает, да? Да, они будут ссать нас подходить. Наша задача это сейчас стену хотя бы сделать с дверью и все. Да. Вот. Но потом, если дождя не будет, то крышу можно потом. На этом пока, в принципе, и все, да? Ну, просто может дождь пойти неожиданно, и надо будет крышу тогда. Ты заметил, что чтобы дерево, ну, быстрее срубилось, нужно его обстукивать со всех сторон? Да, заметил. Кстати, давай определимся, где будет дверь. Вот с этой стороны? Или да, где-нибудь? Вот где, ты сейчас стоишь. Вот здесь, да, в этом проеме, да? Можно сделать вот выход в дверь вот сюда, грубо говоря, вот туда, на вид вот туда, в сторону ущелья. Давай, так и сделаем. Лови бревна. Спасибо. Я еще принесу. Я тут с дерева 10 бревен дал. Охереть. Блять, вот она, птичка летит. Да хорош. Да блин, перья надо. Я тебе скину потом. Пока есть возможность. Я тебе потом скину, нам пока. Ёлы-пал. Оно какое-то шустрое. Нашел, все.
Все, вот она валяется. Вот она на мне валяется. Где бибка летит, имею в виду. Бежит там этот. Мартхан. Иди залутай, пока не потеряли. А у меня перьев, по-моему, все уже. Полный. Получится? Да? По-моему, да. По ней один удар, короче, и все, она больше не юзабельна. Да? По сути, да. Так, ладно, продолжаем. Так, я пойду деревья, да, таскать. Ну это... Так, начну отстукивать с этой стороны. Бам. Сколько ударов, интересно, надо? Тринадцать ударов. Но в Вальхейме система строительства немного посложнее. Там прям вообще все продумано. Там, ой, за мной бежит. Там всякими как-то... разными техниками, вот и бревнами, и палками. Там же еще это, и палками. Интересная. Да, и железными, и всякими делами там. И камнями строительства. Да? Ох, уже кстати, возможно, здесь тоже. Возможно, здесь тоже из камней можно что-то делать. Ну, типа строить. О, обезьянка, обезьянка. Все, испугалась. А, бы что, костер собрать. Кевин, блядь, а что ты можешь ему задание какое-то дать Кевину вообще? Там, короче, зачистить зону вокруг, носить предметы какие-то, короче. А пусть носит, самому. Пусть носит вот так же бревна или нет? А я вот не знаю, надо смотреть, как она работает. Сюда, как бы, по-хорошему пусть таскает. Хули, иждивенец нам не нужен. Да ты какой, орут. Гад какой, а? Он мне надамажил. Так, иду к тебе. Гадёныш меня надамажил. Иду к тебе. Ух, и ко мне подошли, блэд. Блять, ну мы ночью, походу, достраивать будем. Да, нас окружили. Как бы нас не убили. Буки. Они на деревьях. Слушай, интересно, смогут они забраться вот через... Типа, через три бревна, блять. Типа а, просто... Блядь, за мной бегает. Пес. Баба, баба, какая-то стрихрюкая, блядь! Обернись! Обернись! Это что? И трехногая, смотри, и трехногая тоже. Слушай, она походу паразит, она паразит, она сейчас убьет нас нахер. Да не, вроде мирная. А где она? Бля, ничего не вижу. Она в доме у нас! Какой мирный, ты гонишь, она трехрукая, трехногая, блядь. Она в доме у нас, смотри. У них поди щупальца какие-нибудь сейчас вылезут. Да, шалеть. Что? Ой, она убегает. Она не враждебная? Серьезно? Куда, она куда? Просто? Просто так? А, шалеть. Можете ударить? О, рубим ее нах. Враждебная? Не знаю, нужно? Я не знаю, что это с ней. Она, тебе, она тебе отвечает как-то? Я могу ее вылечить, погоди. Подожди, она своя, походу. Она, походу, своя, да. Я ее нокнул, а потом вылечил. Туда не надо. Лол, так, нужен факел. Низги не вижу просто. Так, как сделать факел? Так, подожди, так. Тряпка, палочка и зажигалка, все. Надо... Слышь? Нас сейчас он сломал? Будет. Он сломал? Ну, он может сломать, да. Ебать, тут еще чинить надо. Да, тряпка, палочка, объединяем. Так, мне нужен факел. Да. Йола, Павла, как чинить? А, ремонтный инструмент, наверное, надо взять. Так, L зажечь. Блять. А чё факел? А, вот. Они бы огня боятся, по-любому. Да, по-любому. Так, я могу носить факел и строить? Блять, не могу. Так, давай я свечу, ты строишь. Сука, я не пойму, а как починить вот фрагмент? Вот здесь это разломано просто. Это может для двери, не? А, не, вряд ли. Или что, придется разбирать все, что ли? Да? Походу, да. Давай, посвечу тогда. Во, а во. Ты... Поленья, на... поленья получились, смотри. Поленки. А этот чувак, кто он, обезьянка, это она сюда прям запрыгнула. Так, и, давай, наверное, я по ней просто собирай. Попал. Ну, а ты светить это. Будешь? Да, давай. Окей, давай. Вообще, кстати, по-хорошему мы можем сделать палатку и прямо сейчас храпака давануть. А что светить? Давай костер сделаем. Давай. Сейчас сделаем. Только сделай из камня. Ну хотя можно из палочек для начала, в принципе. Давай для начала из палок. Да. Во.
Есть мясо? У меня, кстати, не пить, а жрать хочешь. Ну, блять, а он что-то маленький, да, получился. Ну-ка, если из камня. Так, ну он пока светит, мы можем. А из камня не дает, то есть, на пол, ну, то есть, никаких. Ну-ка, а в дом? А почему? Не хочет, не хочет из камня. Может, на брезент на какой-нибудь надо? Надо почитать. Может, что-то не хватает. Может быть. Так, надо достраиваться. Опа, Кевин спит. Да, надо, нам надо сделать уже и палатку внутри ебануть. Так, ладно, костер пока работает. Слушай, ну они распрыгать умеют, так надо полностью его, блядь, достроить. Ну они, он запрыгнул, потому что там всего два бревна было, видишь, в чем дело. Надо хотя бы 5-6 сделать. Ну сколько может, да, сделаем. Но ночью тут, видишь, рубить нечего. Надо уже ставить палатку и спать, потому что не видно ни хрена. Давай. Ты там рубить пойдешь. Давай, давай, сколько есть, сейчас заложим. Да, давай. Смотри, какая луна здоровая. Фантастически. Такого не бывает, блядь. Ну-ка, не вижу, где луна. А вот, вот куда я смотрю, смотри. У меня нету луны, лол. Ну как нету? Не вижу. Видишь? Не видишь? А, вижу, не видел из-за дерева. Все, теперь вижу. Ошалеет. У меня из-за дерева не видно. У тебя какие настройки стоят по графу? Средние в основном. А. Так, ну я больше не вижу нигде бревен, поэтому... А вот одно вижу. Все, ложи тогда. Сейчас я посмотрю, из чего дверь делается. Ну, наверное, дверь-то точно из бревен, так что смысла нету. Нам палаточка, да, нужна пока что. Так, а? Давай я брезентик расстелю, или как там надо сделать? Как палатку? Так, подожди. А, Ну, какую, которую я делал в пещере? Ты про нее? Ну, вообще, для начала. Нам бы для начала кровать какую-нибудь. Блядь, ну кровать это тоже надо бревна таскать. Дверь, окно, порог, балки, ага, подпорки. Вот убежище. Так, подпорки нужны, нифига себе. Чтобы не разъебалось. Палатка, и слушай, ну палатка обычная. Только ее дает. Палатка. Просто обычно для начала сделаем, да потом завтра продолжим, да и все. Так, давай. Нужен брезент плюс палка, да? Я готов, если что, уже делать. У меня брезент. Тебе брезент надо, да? Расстелить. Слушай, а он, походу, не делает. Он его не ставит здесь. Только на полу можно, походу, ставить. Ну, давай на полу пока. Ну, то есть рядом, на земле имеется в виду. Давай пока на полу сделаем, да. Потом разберемся. Чем-то не хочет ставить. Оба. Так, надо палку в руку. Ставлю. Я тебе пока свечу. И, кстати, две можно сделать палки. Да, да. Я тебе пока подсвечу. Слушай, ну прикольно, блин, прикольно. Хорошо. Так, давай сохранимся. Угу. Сначала. О, я испытываю жажду. Погоди, спать нельзя. Надо сходить попить. Я все проснусь и сдохну. Так, а где у нас ручей там? А, вот он рядом, господи. Вот прямо за мной беги, да. Так, здесь только обрыв, погоди. Хорошо, что есть факел. Да. Он, правда, потом перестанет. Оп-оп-оп-оп. Где тут водички можно хряпнуть? Нашел, да, где хряпнуть? Да, да, вот. А вот. Она не везде, кстати, работает. Не знаю, у меня везде. У меня везде вообще показывают. У меня нет, я буквально к тебе подхожу, только там показывают. Все, у меня фул. Отлично, погнали. Надо поспать. О, у нас домик, кстати, уже горит там. Прикинь. Да, да, да. Это будущий дом. Отлично. Так, все, теперь надо поспать. И завтра утром продолжать. Так, давай, Е. И Z. Все, я готов хрэпака давать. Мы готовы. Все, погнали. Let's go. Так, достраивай. Блядь. Что? Кто? Мы только поспали, и он уже здесь. Он нас разбудил. Мы сами не дома спим. Я свечу, он со серпом. Он дефит сейчас ударит. Куда ты, блядь, полез, Вася? Добивай. На, контрольный ему дал. Пошалеть. Удар одного. 23. Слышь, а тела до похода? Еще один. Ага, вижу. И там еще один. Их двое. Так, я свечу. Ты это, давай. Потому что без света нам никак. Бля, надо подальше. Он ломает дом. Ебашь. Ты чё, блядь? Сходи, сейчас захуярят. Там двое, блядь. Отхожу. Все факелы я подберусь. Давай, дерись. Ключи, подойди ко мне, не вижу.
Сейчас контратаковать будет. Стоп. Кевин, отойди, бля. А может ему приказать можно, чтобы он валил то их? Можно. Стоп. О, правильно. Меня отхуярили. Бля, пиздец. Уходи. Сука. А я думал, быстро таблетки выпью. Я тоже ударила? Да. Ну, я думал... Респавн? Ну да, я нажал. Так, давай респавн. Ну мы сохранялись перед тем, как этот. Ну да, перед тем, как появиться. Так, я зажал респавн. Так, и что происходит? Не знаю. Подожди, мы оказываемся в их лагере? Что? Я ничего не вижу. Я в их лагере. Я тоже. Интересная история. Ну. Типа выбираться надо? Ух ты. Так, а что делать? Погоди, я не могу ничего сделать. Там у тебя изображение ножа должно появиться. А, под вот тобой. Здесь, да. Ништяк, ну, ништяк. Отрезаю. Давай. Блять, а как мы их одолеем-то? Я не пойму. Не знаю. Может съебаться от них? Это наши вещи? Походу лежат. Слушай, они наши вещи забрали? Так, я нажал на вещи. Давай. Я успел взять вещи. Я успел взять, да. Так, я беру, но анимация еще не прошла. За тобой, сзади сейчас по башке. Блядь, да ты гонишь. Жесть, ползи, ты можешь ползать? Меня тоже огрели. Сейчас опять пугать будут нас. О, не, утро. Сохранимся. Стой, падла стоит, смотрит на нас. А я, погоди, жрать хочу. Он нападает. Блин, я уже этот. О, ебать, ты не ударил? Блядь, я походу тебя, наверное, убил. Да, меня Малёха там порезал. Надо заточить. Да ладно, ты не ной, блядь. О, кошелёк. Правая рука и кошелёк. Так, раз у нас новый день, нам надо еды надавать быстренько. Я сохраняюсь? Да, сохраняй, да. Пока новый день. Я сохранился. Так, все, я сохранился. О, баба, опять трёхрукая. Погоди. Я испытываю жажду, я съел какую-то тухлую... А, у меня еда протухла вся, лол. Поэтому у меня жажда... Rotten мясо. Rotten мясо — это протухшая еда? Да? А шале. Прикинь? Тогда ягоды только остается. Ну да, нам надо на охоту выйти тогда, получается. Тогда, получается, нам надо на охоту выйти. Но я пожрал мясо тухлого, оказывается, это не надо было. Блять, ну с ягоды много не съешь тут. Много не подымешь, точнее. Да. Так, пойдем тогда с тобой на юг. Так давай их разделаем, да и все. О, там опять баба эта пришла, смотри. Давай попробуем разделать тело. Ох, охуеть, погоди, стоп. Блин, ебать там орел, я его не успел сбить. Армище целое село, бля. На трупе на этом сидело. Давай попробуем. Надо костер будет развести. А он надо жесткими движениями отрубать что-нибудь там. Ой, я ногу отрубил. Руки, ноги, да. Она у меня сквозь текстуры провалилась. Так, так все. Я руки, ноги отрубил. Бибка пришел. Обезьянка, да? Ну, бибка чисто пришел. Так, отрубил что-нибудь? Нет. Сейчас отрубил. Так, все, я делаю костерчик. Давай, сейчас пожарим их. Оба, конечности. Ой, у меня перевес по ногам. Говорит, больше ног ты не можешь таскать. И по рукам. Так. Ой, я ногу заточил. Да ёпта, я твою ногу заточил, которую ты скинул. Подожди, не ешь, пусть приготовится. Бля. Ну, в принципе, тоже бесплатный хавчик. Блять, мы чё, каннибалы, что ли? Не пойму. Получается, да. У, я опять, я сырая, что ли? Как понять, она? Не знаю. А, бля! Ты чё, ой, кей, макака сам, ты чё? Палатку не трогай, падла. Это что, бля? Слушай, ну она что-то не жарится, походу её нельзя есть. А, вот, во-во-во. Так, а ну-ка. Всё, приготовлено. Охренеть. Ух, там бибка ещё бежит. Мы точно хорошее место выбрали для базы. А куда я спрятал её, я не пойму. О, блядь, чё, пёс? Ну, бля, чертила. Сейчас хаваю руку. Стоять, бля. Реально, слышь, работает эта хуйня. Какая? Ну, то есть можно захавать и пополнишь этот, сытость. Ну, да, я так и понял. Только почему-то у меня одна только рука съелась. Остальное.
А я одну у тебя подхавал. Что? У меня есть трос? Я за гарпуном. О, там баба эта бегает. Кстати, может, тебе что сделать надо? Шкурка. Может, ничего сделать, мама, с этой бабой? Слушай, я, кажется, понял, почему это. Надо грибы пожарить тоже. Наверное, больше это будет давать. Нам еще подходит каннибала. У меня здоровья нихуя нету, блин. Я тоже. И что с этим делать? Жимолость похаваю. Купит нога. Купит. Дай мне одну руку. Бери. Так, ладно, бибки бегают, нам надо построить дом дальше. Давай, продолжаем. Да, погнали. Надо достраиваться. Так, я начинаю рубить. Мне кажется, они на нас агрятся, потому что мы дом строим. Слушай, не. У меня хп не восстанавливает руки, вот ноги вот эти. Ну, хп, да. А чем я хп буду восстанавливать тогда? Мясом, я так понимаю. С этих солений. Только мясом, реально, или с кроликов, либо с оленей. Ну да. То есть чисто на турпорт. Блин, тогда надо быстрее рубить. Да? Желательно с ними не драться. Пусть бегают, орут, кричат. Но драться мы с ними он не подойти будет. Может просто неожиданно. Ну да. Вон он, прям возле меня. Пару раз ему ебани. Топорищу и все. Сука, все, уже двое бегут на меня. Блять. Он раз, если кинется, то мне конец. Кстати, у меня та же ситуация. Как-то, короче, здесь же можно делать таблетки. Бля, бежит, бежит. Отбегай, отбегай, нахуй. Он за тобой прыгает, да. Ударь его топором, разик. Все, убег. Все, готов. Ой, хорош. Я пока тут занимаюсь древесинкой. Да, по хп вопрос, кстати говоря. Опа, еще бежит. А, это баба, господи, она тут кругами вокруг нас бегает, спринтует. Ее отхуярил. Это бибка ее захуярил, прикинь. Ее можно поднять. Так, я ее подниму, наверное. Она наша, что ли? Она, походу, из наших, лол. Женщина, вам помочь? А почему у нее рук столько, блядь? Я не знаю, по кайфу. Вот не надо, кстати, вот такая. А что, кто сказал, что их должно быть две? Так, ладно, все, я строюсь. Хорошей женщины много не бывает. Даже если у нее две или три ноги. Ну, типа, это да, но непонятно почему. Почему она не враждебная и мутант? Ну, я так понимаю, здесь, как и в первой части, какая-то фигня, типа, гостей тут что-то с ними делали там. Как-то опыта над ними проводили. А, ну да. Все, да. Лаборатория какая-то. Ну да, да, да. Здесь какая-то хуйня, надо с тобой расследовать, получается. Что тут творится? Вот, смотри, обезьянка рядом. Да, вижу. Кевина, по-моему, гоняет там. Ну, Кевин-то ладно. Кевин, ты тут? Где Кевин наш? Да он бежал вот этот. Кевин! Потерялся. Кевина унесли. А вон он что-то по лесу спринтует туда-сюда, бляха-муха. У меня вопрос, а сколько метров будем делать дом-то? Метров? Типа сколько бревен, давай так. Ну, просто да. Уже получается 6 от пола. Ну закрывай уже, все. Ну все, вот так вот, да? Такой высоты. Для начала. По периметру надо закрыть стену до конца. Да я все закрыл. Mm-hmm. Все закрыто. Теперь надо крышу. Не, имеется в виду, что... Ну да, крышу теперь. По сути, да. Так, погнали. Опа, там птица. Ну это ладно, так вам. Посмотри, как крышу делают. Сейчас посмотрю. А руку заточу только. Нормально. Слушай, а сила повышается. Она красным показывает, но не до конца. У меня да. Так, ладно, смотрю. Смотрим крыши. Господи. Так, морут. Так, дверь, давай дверь. Начнем с двери тогда. Ах ты ж ёшкин кот. Дверь, одна, два.
А потом блин, надо вырубить просто. Птица. А, вот как дверь делается. Она вырубается, понял, просто. А, да? Да, то есть ты закладываешь, а потом просто вырубаешь. Вон как надо. Ну-ка, пока. Тогда мы мог... Сейчас мы тогда выложим. Так же доталово все. Это именно проем так вырубается? Да, вырубает. Там нарисовано прям, с топором вырубаешь. А, нифига. Сейчас надо еще раз. Только почему-то красным пунктиром горит. А, слушай, не дает почему-то. А, о. Нет, дает, дает. Ну, вырубает это. Сколько высота должна быть? Так, ну вот. Давай. Не, я думаю, еще одна как минимум, да. Вот так, да? Да, дверьку теперь. Так, ну и как ее теперь ставить? Что-то я не пойму. Я так понимаю, она так вот так вот делается, да? А ну-ка. Вертикально? Вертикально как-то. Человек. Может, бревенку взять? Ну-ка, подожди-ка. Что-нибудь не, нарисовано? Оно не дает пройти, значит, надо еще верхнюю, видимо, выбивать. Ты думаешь? Да, смотри, он не дает зайти. Видишь, хоп, потолком башкой упираешься. А, ну скорее давай. Надо... Давай, вот так попробуй сейчас. Можно поставить дверь? Как ее делать, только вопрос. А, ну вот... ну-ка, во. Сам можешь посмотреть рисунок. Оба. Ой. А, вот она как делается, смотри. Это реально. Работает? Ну да. По-любому, ну а как по-другому? Давай, пробуй третью закладывать. Оп, стоп. Оп. Как... О, да! Смотри, нифига себе. Ну, вот такая вот дверка у нас получилась, а друзья. Как? А замок это уже другая история. Да. Подожди, ну давай окно посмотрим, что окно. Ну, также вырубаются две штучки. А, три штучки. Окно, короче, три. Три бревна вырубаются. О, орел, орел прилетел. Стоп, сейчас я... Куда-куда стоит? Там орлище прилетело. У меня нет прицела. Почему? Либо можно два сделать, вот, нормально. Как понять, у меня нет. Смотри, не хватает сверху перекрытия все-таки, последнего завершающего. Да, сейчас посмотрим, как делать. Это надо режим другой, походу, переключить. А, нет, порог. Подожди, есть порог. Базовые балки. Какие-то балки. А, вот крыша, нашел. Крыша, как ставится крыша. Нужно, короче, целое бревно плюс половина. Вот как делается. Так, а ну-ка. А, подожди, так это не та крыша. Или та? Крыша. По диагонали, может, как-то подпорки. Так, а ну-ка посмотрим. Лестница. Крыша. Что-то не понимаю. Ну-ка, может быть, ты поймешь. Стена, как нам ее поставить? Окно, порог. Базовые балки. Типа плоская крыша просто, что ли, будет. Погоди, дерево плюс этот. То есть... Так. Или что? Я хочу просто не плоскую, я хотел остроконечную как-то сделать. А, епс, туда. Ну-ка, погоди. Нужны подпорки. Все, я, кажется, понял. Так, кстати, замок есть. Замок? Можно сделать замок. Знаешь, что нужно сделать? Надо палку, короче, обычную просто. Палочку обычную. Вот эти бревнышки надо отсюда, кстати, убрать, я думаю. Так, ну-ка. Бля, не мешают туда. Вот этот. Поленьки отсюда нахрен выкинуть. Все, я сделал замок, смотри. Ну-ка. А, вот. Хороший замок. Охуенно, да? Снаружи, да, особенно. Мы, наверное, как-то не с той стороны начали делать. Дверь. Надо было. Все, я закрыл, попробуй выйти. Я-то выйду. А, не, я не выйду. Тебе так, надо с той стороны тоже сделать. Не, просто вопрос в том, что надо дверь снять, развернуть ее изнутри другой стороной и замок ставить снутри. Тогда это сработает. Сними замок, пожалуйста, да, я выйду. Не хочу его ломать. Оба. Оба, во, вот и что могу. Подожди, а что не так? Подожди, мы неправильно дверь поставили, что? Ее надо изнутри ставить, короче. Обезьянка. О, орел сел, ёпты. О, орла надо. Сука, все, он улетел уже. Как ну крыша-то, да, ё-моё. Мы, кстати, тут с товарищем планируем, Вальхейм там сейчас обновился, уже новые биомы добавили, мы планируем её ещё раз пройти как-нибудь. Ты как, не желаешь? Блин, не знаю, я знаю, что это очень долго. Ну да, пару неделек проходить будем. Ну, вечерами так. О, подожди, что-то... Вот так вот, наверное. А что это? Что это я сделал?
По-моему, такая тема должна снаружи стоять. Основа для крыши, типа. Да, но как сделать на вот этой стене крыша, чтобы была? Я что-то не пойму, блядь. По-моему, такое делается снаружи. Вот такая вот хуета ставится снаружи, если я не ошибаюсь. А может, снаружи нет, снаружи не это не дает поставить. Надо лестницу, походу, построить, чтобы внутри можно было вставать. Что-то мне кажется. Так, лестница. Так, вот я залез. Так, лестница, как делается лестница? А, вот как. И вот я встал. И чё, нифига? Ну, я могу положить сверху ещё. Блин, походу нету остроконечной здесь крыши. Либо мы что-то не знаем. Я вижу, здесь бибка есть. А, не запа... Меня... Он мне по щам дал! Добивай его, а потом подумаешь меня. Сейчас, подожди. А шо, блядь? Я ползу тебя. Бля... Я тоже нокнул? Да. Блядь. Чё, давай резаться, выбираться оттуда. Давай. А то тогда шматё быстро хватать и валить оттуда. Да, жесть. Ну, короче, видишь, я и говорю, вот, вся проблема... О! Они просто, видишь, в чем дело? Они это... Их много тут. Надо подождать, когда, может, одни отойдут подальше? Не, они не будут отходить. А что, они пиздить будут, что ли? Ну, они будут сидеть туда. О, смотри, видишь, ушел. Ты все, освободился? Да. Я хочу вещи забрать свои. Блять, а мы будем забирать, пока мы это... Успеем вообще, блядь, скрыться. Надо пытаться. Все, я забираю. С тобой идут. О, а анимация, когда проходит, урон не проходит. Отводи. Сука. О. Обалдеть. Их тут слишком много. Так, я попытаюсь отойти. Я респаун нажал. Зачем-то. Они за мной идут. А? Нихера они резкие. Бля, жестко. Так мы проебали полностью. Нет, можно снова респаун нажать. Прям тут у них? Да. Ты тут на зонусе играешь? У них, да? Угу. Кевин, бери наш крыш. Они Кевина захуярили, блядь. А чё нам за Кевином потом вернуться надо? Всё, я съебываюсь. Так, давай. Анимация. Бегут за, меня, хуярят, за мной. У меня тут какие-то ребятки хуярят. Пробую отойти. Пытаюсь. Бля, за мной какой-то пес бежит. Интересно, отстанет, нет? О, я вижу на карте наш дом. Я бегу в его сторону. Ошалеть. А какой из них? Мы же у реки делали. А, да, вот он. Да, вот у реки домик на карте. Все, отстал вроде. Ошалеть. Блин, все. Капец. Офигеть. Да, вот так вот. Капец какой-то. Он просто по щам дал какой-то там. Ну это, конечно, это, конечно, не как в скаме. Если в скам играл же, помнишь? Ты тебе за 3 километра потом возвращаться надо. За своим трупом. Я так понимаю, тут у ближайшего этого лагеря. Но это, кстати, не продумка системы, потому что в оригинале, когда. О, вскоре. Когда ты в оригинале подыхаешь, то ты типа резаешься в этом. Ну, типа, у них там в пещере где-то. Но если ты второй раз убираешь, то они тебя уже окончательно добивают, перс подыхает, а тебе заново играть надо. Здесь же ты можешь по КД дохнуть и как бы похеру. Но опять же, куча багов, вот особенно в строительстве, вот с этой крышей. Блять, еще один лагерь, что ли, ёлопало. Я наткнулся на лагере. Я бы на твоем месте бежал бы дальше. Ну, убегаю, убегаю. А Кевин вообще идет, нет? Кевин, да, идет. Идет, да? Не, он идет, он идет. О, хорошо. Да, постройки этих чертей приманивали в первой части, и во второй я вижу тоже. Они хотят разъебать всякий раз, когда их видят. Чё там, так, целое хоть, нет? Да, ничего не разъебали. Мне просто интересно, как сделать крышу. Во. Мне кажется, блядь, плоская просто. А как сделать? Ну, подпорки делать центральные. Делать подпорку, потом. Смотри, короче, вот. Смотри, вот так ставишь, ебать. Раз.
Два. И просто сверху на него. А, рели, да. Бля, интересно. Ну, это охуенный потолок на самом деле. Крыша просто невъебенная. Просто типа вот так, да? И залазить надо наверх. Вот на надо, это надо. Горизонтальная подпорка. Сейчас я сделаю, подожди. Или нет? Надо ее поставить. Там хуй с дубиной прибежал к нам. А че я не могу поставить? Там хуй с дубиной прибежал, дядь. Сейчас опять убегать будем. Чё ты хочешь? Ну. Аккуратно. Чё, родной, блядь? Он мощный, блядь. Ах ты чё, блядь? Ломает. Броню был. Блядь, ты меня припечатал. Фу. Ты куда? Сюда иди, блядь. Всё, он передумал. Ясно. У меня есть идея, иди сюда. Идея, сразу скажу, говно, но... Иди сюда, заценишь. Я уже крышу начал. Чё такое? Мы как бы с тобой вдвоём одни, давно. О! Куда по... О, бля, все, я. Я понял. Подожди-ка, а если открыть другой режим? Что там будет нарисовано? Что за режим? А второй режим убежища. А, слушай, можно сделать, потому что здесь нарисовано небольшой бревенчатый дом. И написано, 75 бревен нужно. И она с крышей получается. С крышей получается. Ну-ка, погоди. А, вот как выстраивается. Там надо все меньше и меньше. Можно, по-моему, сразу готовый дом сделать, не? А, вот, 75 бревен. Да, реально. Ебать, и все, и сразу просто бревна к нему. Вот так вот оно и делалось раньше. Да, так оно и делалось. Давай, короче, этот дом разберем и сразу готовые бревна используем. Я могу заложить, покажи, куда заложить. Я тоже оно висит, схема. Хочу убрать. А. Так вот. Так, ну, давай ты. Это небольшой бревенчатый дом. А большой дом можно? Вот чем отличается. Ты либо по крупицам собираешь, либо сразу. Ставь схему, ну, чуть подальше вот здесь вот, наверное, да? Рядышком. На самом деле дом лоховский получится. У нас лучше, да? Ну, он один на два. Вручную. Он один на два и требует 75 бревен. Может, тогда хер забить и свой я просто думаю, оставить? Слушай, но он почему-то не дает... О, подожди. Он не дает по диагонали поставить? Он только вертикально предлагает. Ну, да, ладно, давай тогда разберем, сделаем тот дом, который был, и все. Это все в отбой тогда. А что, просто сделали бы плоскую крышу, да и все. Ну или давай плоскую крышу. Давай сделаем плоскую крышу, будет наш дом большой просто. Давай. Но пока. Ну давай, я пошел за бревном. Чтобы хотя бы была крыша над головой, меня... давай. Смотри, так, нас ну, это половину уже закрыл. О, тут ЕС сидит ногу. Кентафарик один. Да. Кевин. Да ладно, блядь. Вырубило? Да. Иду. Он меня нокнул. Он, короче, сидел задом. Я подошел, замахнулся, он мне бам. Ко мне бежит. А Кевин бы хоть подымал бы нас, я не знаю. Да, он что-то какой-то бесполезный пока. Ну, да. Кевин пока что-то сомнительное. Уважение. Только хавчик потребляет, блин. Так. Блять, уже стемнеет. Ну да. Так, собрать скотч, собрать палки. Так, ну давай. Сейчас я ускорюсь. Палки. Быстренько. Привет. Так. Блять, уже совсем темно. Да, нам бы дверь еще сделать, на самом деле. Сейчас. Давай я с дверью займусь. Давай. Погоди, я две доски имею, сейчас я приду выложу дверь. Так, все, дверь есть. Она опять изнутри, да? Блять. А как надо было, подожди. Надо же этими белыми внутрь, типа, чтобы замок-то снаружи, блять. Как закрываться? Почему белыми внутрь? Он же делается с обеих сторон. Замок с обеих сторон? Замок, да. Должен. Это не обязательно. Тогда все. Тогда вопросов больше не имею. Вот я сделал замок. Все, красава. Лучший в мире. Бам. Надо крышу доложить, там не надо. Блять, нет, ты был прав, слушай. Ты закрылся, да? Да, он с одной стороны только, где белая. О-о-о. А как разобрать, подожди. А, вот как. Короче, да. Все, сейчас. Проблема имеется. Бам. Так, а он все равно в ту сторону только. Что за херня? Ну, это бета. Он не дает выбирать, в какую сторону делать. Не, он принципиально делает белой стороной на улицу. Это вообще никак не сделаешь по-другому. Скажи, значит придется дверь переносить на другую сторону. Бипка пришел с палкой. Так, дай зайти.
Давай, все. Все, Дэйв. Блять, он заходит. Так, я шучу. Он дверь разъебал. Готово оно. Короче, когда он ложится, сразу усиленным бей. И нормально будет. Он нам дверь разъебал, падла. Так а нахуй тогда дверь такая без замка, блядь, а? Какой стать? Блядь, реально, я не понимаю, вот, почему. А ты изнутри, смотри, ты ее изнутри поставил, смотри. А как я сделал? Как? Вот и вопрос хороший, как? Ну-ка погоди, давай-ка я попробую. И не забудь замок поставить. Да, я зайду. Все, смотри, о, все. И замок, и сохраняться, и все хорошо. Все, сделали замок. Закрывайся. Закрываемся. Ого, все, давай дрыхнуть. Сохранимся. Давай. Или пока давай. Давай, раз. Заночуем. О, все, замочком-то никто к нам не зайдет. Вари. Да, получилась неплохая база. Получается, в следующей, третьей серии мы пойдем исследовать остров, искать что-то ценное. К нам бипка идет, дай записать заключение. Ладно. Мартышка, а? Мне кто-то со спины там предательски вонзил топор. Я не знаю, не видел. Кевин, ты не видел? Кевин, блядь, ну ты, конечно, даешь Кевин, а? Кевин мог видеть. Да, Кевин мог. Там уже ноги готовы, кстати. У Кевина, вон он, под свои подставляет, смотри. Бля, завоняло потниками, Кевин, ну ёп. Ладно. На этой ноте мы закончим вторую серию. С третьей пойдем исследовать остров, сюжет, если он найдется. Хотелось бы верить, конечно, в этом. Ну и увидимся. Пока-пока. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропустите новые видео.